Более полутысячи школьников воспользовались социальными сертификатами и побывали в качестве туристов в Когалыме. Это ученики 5-9 классов из Ханты-Мансийска, Сургута, Мегиона и Нижневартовска. Напомню, Югра заключила соглашение с Федеральным агентством по туризму, по которому может рассчитывать на субсидию из бюджета страны. Сюжет наших когалымских коллег. И не могли подумать, что такие богатства таит небольшой северный город в родном регионе, признаются юные туристы. В этот раз порядка 40 ребят прибыли по социальным сертификатам в Когалым. Мне очень нравится. Здесь все так интересно. Я даже об этом не знала. Даже такое-то, что есть в округе. Двухдневная программа достаточно насыщенная. Из культурно-выставочного центра Русского музея, где ребята любовались подлинниками шедевров живописи, группа отправилась в музей на выставочный центр. Там перед ними предстала история не только города и региона, но и нефтегазовой отрасли страны. Никогда особо не любил музеи, но сегодня взглянул на это с другой стороны. Подростки с 5 по 9 класс могут получить сертификат номиналом 12 820 рублей на путешествие внутри родного региона. Для этого необходимо заполнить заявление на портале социальных услуг Югры. Ребята и их родители сами выбирают программу по вкусу. Нужно детям. Дети выезжают в другие города, тем более Когалым на самом деле ведь находится далеко от Ханты-Мансийска, например. Да? Ну, вот, если в тот же Сургут там... Они могут съездить с родителями там, ну, в выходные, то в Когалым не всегда получится выбраться. Экскурсии и мастер-классы в музейно-выставочном центре, в культурно-выставочном центре Русского музея. Помимо музейной составляющей, дети также отправляются на обзорную экскурсию по городу, где знакомятся с историей и развитием города. И посещают спортивно-культурный комплекс «Галактика» с его уникальными туристическими возможностями, такими как аквапарк, океанариум и оранжерея. Аквапарк стал одним из самых ярких впечатлений, говорят гости. Но несмотря на насыщенную развлекательную программу, и Когалымские музеи ребята запомнят надолго. Замечательно. Мне очень понравилась экскурсия. Безумно классная поездка. Я узнала много всего нового. Уже порядка 550 детей посетили Когалым по социальным сертификатам. Многие из них побывали в культурной столице Югры впервые. И, судя по счастливым отзывам, обязательно еще не раз вернутся. Анастасия Плюснина, Алексей Николаев, «Наши города».